Всім привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на спортіку. Сьогодні у гостях у мене людина, яка вирубає людей. Ось вам відеодоказ. <плесу> Вадим, привіт! Коли востаннє ти відправляв людей у сон міцний <ків> на змаганнях або ні взагалі. На соревнованиях в 2019 году раз? Що це за був турнір Чемпіонат України угу. да, uh, бою, воїна? Як вирубив, розкажи. Uh, Нокауту не було, але було два нокдауна і досрочная победа. Ага, що це за суперник? Був знайомий ти з ним чи ні? Uh, конкретно з цим нет. Но у нас категорія така, що в принципі всі ребята друг друга давно вже знають. Ага. Що відчуваєш, коли людина на п'яту точку падає? О, <laughs> да, що все. Але не О, йому. <laughs> да, йому ні, да, Мені, да. все за закончили, все хорошо. У тебе завжди була ось мета, коли ти виходиш спарингувати, виключити людину. Це ціль твоя, щоб достроково завершити, чи ні? Чи вже як вийде? Ну, безусловно, так. Да. Це ціль, звісно. Угу. Ти народився у Кривому Розі. Да. Це місто реально переповнене криміналом, чи це байки поліцейських? Uh, Ні, це не байки. Це так і є. Доволі суровий город. Uh, який район? -город... Я, просто, я, я, я нічого не знаю про Кривий Ріг. Центральний Центральногородський район, самий центр, да, Там рядом взагалі все. со школою міліція рядом була. Ну, все нормально рядом сразу же парк. Були якісь конфліктні ситуації, ну, можливо, якась. Най-яскраво в лапках э, у твоей э, истории проживания в месте Кривый Рих. Так просто складывалось, что, в принципе, конфликтные ситуации происходили всегда. Uh -huh. вот. Такого что-то что яркого, я не знаю, можно ли это ярким как-то назвать, ну, в общем, по-разному было. Как в школе, так и просто на улице. Да и все, в общем, тренировались, потому что, если не тренировался, то было очень тяжело. Це була ну, ось твоя ціль піти е, навчитися єдиноборству, щоб захищати себе, тому що ти жив у, у такому колі, оточуючому, де багато криміналу. Чи це криміналів. Ну, в тому віці, в якому мене відвели на секцію в 7 років. от я ще не розумів, що в Кривому Розі є щось да, просто це якесь вот, движение именно, ну, Как знаете, как, как говорится, пацанское такое, ага. да, мужское, да. Просто отправили. Ну, нравилось. Прежде всего нравилось. Что это за секция была? Это была секция карате и рукопашного боя. Какими еще единоборством ты, возможно, занимался? Бокс, чи... а, Тоже к ребятам на бокс обязательно ходил, потому что тоже просто нравилось. Угу. Вот. Но постоянно вот у меня приоритетом был рукопашный бой. Чем можешь похизуватися, якими своими здобутками? пояс многороды что он такое вот най стоит где-то там у куточку самое самое наверное очень такое приятное это в семнадцатом году на чемпионате Европы я получил кубок лучшего спортсмена что это означает Ну, це значить, що я во всех категоріях став лучшим. А що це за категорії тоді були, пояснения? А, Я бився в повному контакті, виступав в КАТ і виступали ми в командному КАТа. І вот, ми все виграли. Ну, вагоми, вагом, круто. Слухай, ти вже говорив так про Європу. Рукопашний бій в Україні і за кордоном. Це. Одной самое? Это один и той вид спорту а, Ну, на самом деле, в Европе они не очень понимают, что такое рукопашный бой. Вот. У них они понимают, что такое бои без правил, бои смешанных единоборств, ММА. Вот. Это понимают. И для них не совсем понятно было, что это такое. Боевой самбо знали, да. А вот рукопашный бой у них даже там от связка хэнд у hand комбат. Они, ну, не до конца понимали. Но со временем, как бы, все это пришло, потому что начали э, приезжать спортсмены из других стран и э, с того же Узбекистана начали приезжать. Ну, а это уже как бы привычное, потому что рукопашный бой это больше э, СНГ страны. Так, так, заразу э, Взагалі, э, наши спортсмены, когда приезжают у Европу смагатись, э, вони э, выносят? европейцев чи нет? Наш уровень подготовки. Ну так, объективно ты же можешь оценить? Ну конечно. Да? Конечно, да. Очень крепко, потому что э, в Европе э, они не совсем понимают, почему мы так бьемся за медаль. Они говорят, э, ну как бы это все на оплатной основе должно быть, а мы им говорим, ну давайте, может быть, вы нам можете оплатить. Это, да. Они э, э, У них нет понятия мастер спорта, там, международник там такого нет они просто вот это праздник у них они вышли по посоревноваться да ребята которые профессионально тоже занимаются ну тут без вопросов тут тоже выходят их видно всех вот а вот остальные все остальная масса они просто даже некоторые приходили да задавали вопрос что почему так бьетесь ну за что угу. вот. а они просто не могли понять вот и все вот приезжали наши украинцы забирали медали и і... добрые тогда то капитан А реально фінансово це якось гріло спортсменів українських, які приїжджали туди. Ну, виходить, що тільки за нагороди бились, чи ні? Чи якісь були призові фонди, фінансові, я не знаю, може ваучер, а, якийсь тренувальний зал. Ну, щось було б добре, якщо це було на постійній основі, але я думаю, що коли вже спортсменів везуть на європейські сорівні, то десь завжди вже вже якась основа фінансова. Ну Хоч щось, якась мотивація додатково так. існує. Чим ти займаєшся зараз? Ти продовжуєш тренувати, ти сам тренуєшся, чи ти взагалі виступаєш на змаганнях чи ні. Не, я не виступаю на соревнованиях, як я е, говорив в 2019 році, але я до сих пор треную ребят, все одно е, займаюся, улучшаю людей. Да. Ти без цього не зможеш жити? Скоріше, ні. Мінімумно, я все одно з кем то буду займатися всегда. Твоє тіло з віком відчуваєш, що воно вже стає можливо повільніше чи ні. Може, вже удар не такий. Так, подратися треба, перевірити. Лише таким чином. Поки нормально, чувствую себе. Травми, які в тебе є, можеш перерахувати? Ну, хоч якісь. Давай. Ну, такие, чтобы очень серьезные. Угу. Ну, то... давай, все что гадаешь, наверное. Да, нокаутов не было, это уже хорошо. Нормально. Ага. Вот. Ну, а так самое основное это суставы, потому что все-таки удары, броски, они не проходят бесследно, поэтому есть какие-то моменты. Так, что прям сильно, ну, больше 6 километров уже тяжело бежать. Вот так. <laughs> да, да. А... Колено иногда уже говорит, все, все хватит. Рубрика зараз буде тупі, тупі питання від ведучого. ММА e, e, саме e, у рамках e, UFC. Чому такий популярний цей від спорту? Чому він, ну, на мою думку, e, трошечки вже притисняє Бокс. Ну, я не скажу, що вони можуть как-то притиснити бокс. Угу. Потому що, по-перше, бокс уже. Он очень давно, он, это устоявшийся вид спорта, это уже как какая-то такая наука, можно даже сказать. И э, он сильно коммерческий, там все проработано, все сделано так, как нужно. ММА, э, я не могу за них полностью что-то сказать, потому что я как бы не работаю в этом направлении. Ну вот. с точки зрения, ось да. Глядача. А как да, как со стороны просто как зрителя, так который смотрит на это все, то зрелищность, зрелищность, людям нравится что-то новое, что-то э, как-то за кого-то поболеть, потому что кому-то может быть просто бокс не нравится, а, а там все-таки все вместе, да, и немножко так оно, наверное, где-то в каких-то моментах пожестче. Особисто тобі, ось ти наче з рукопашного бою, але ж є елементи боротьби. Тобі важко було ось перевчити своє тіло, саме боротися ось з цим елементом в рамках вже вдосконалення своїх навичок як бійця ось від ударки до боротьби. Ну, ударка у мене завжди в пріоритеті угу. була. Але без боротьби ну, ніяк взагалі. Не вийдеться виграти, не вийдеться тримати. Вийде. вести бой нормально, потому что много ребят именно тоже на борьбу заряжены. Ну, это как, как работа уже. Ты делаешь, чтобы достичь результата. Ну, вот. Никакого переучивания, переучивания в принципе не было, потому что изначально мы тренировали все. Просто потом уже кто-то кто, -то, кто -то идет в определенную стезю больше. Ну, я там больше ударник. Розумів, что у него краще выходит. Ну, да, да, да. У конфликтной ситуации треба быть первым? Надо смотреть, звісно, яка ситуація, але якщо пішло, то да, ну, такой очень спорний питання. Але лучше щоб тебя не біли. <laughs> <laughs> да. В Україні можливо заробляти гроші. Ну, не знаю, пристойні. Вони для когось такі свої. Та цифра пристойна. Щоб вистачало на життя тренером в Україні. А, можна, але можна, нужно, опять же. очень много на это положить времени э, и заниматься. Если ты с кем-то работаешь это одно, если ты сам открываешь зал, это совсем другое, причем очень сильно отличается, потому что когда ты сам это все ведешь, у тебя э, на тебя помимо просто тренерства э, ложатся еще ряд каких-то таких бытовых вопросов, mm -hmm. которые надо решать. Вот и в любом случае тебе придется кого-то брать. Вот, потому что все сразу не успеешь. Ну, или смотря какие ты цели в, воспи в себе воспитываешь. Потому что если тебе нужно воспитывать детей, там, или спортсменов от, от младшего возраста и до старшего и возить их на соревнования, это очень много времени на подготовку. Это нужно финансирование. Ну, то есть, очень-очень большая такая. Э, и чаще это же за рахунок взять. батьков, если все детей стосуется, э -э Ну, да. Да, Тому що, грубо говоря, там є тренер, є какое-то и і якісь люди туди приходять, і понятно, это вже починають коммуніцирувати і двигатися далі. Ми вже говорили про перемоги у твоїй Європі. Вони тобі приносили фінансові нагороди, можливо, гроші, за які ти щось купив собі вагоме. Больше нет, чем, так. Ага. Да. <laughs> да, <такой, смех> <laughs>, Было щось такое, но що прям вагоме, нет. <laughs> Тобі пропонували битись на якихось комерційних турнірах в Україні або за кордоном. <laughs> в принципі, поскольку очень плотно тренерською деятельностью займався, я даже не розсматривал это. Если б не тренував, то так да, в принципі можна було б вийти. <на> да, наша, наша федерація це как бы, могла mm -hmm. Вот. Ну, как би бы, не немножко, по-другому, да, по, да, да, по да, пішов, і все. А так, в принципі, не проблема, я думаю. <на> У мене питання виникло. Ось я знаю особисто людей, які ось на такі комерційні е, турніри потрапляють. Ймовірність е, 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 отримати травму серйозно. Вона просто виникає на перших секундах, коли ти заходиш там, в Ринг, татамі, чи то клітка, октагон немож... неважливо. По факту ж, якщо отримаєш ти цю травму, там, тобі зламали щелепу, ну, щось таке вагоме, там, хребет, ти ж можеш стати ну все, все можливо. це все правда, Його ж ніхто потім не буде лікувати. Навіщо хлопці йдуть і б'ються? Ну, я так скажу. может быть немножко это не знаю жестко не жестко у всех разное финансовое положение угу. и подставлять себя люди с хорошим финансовым положением не будут Разум вот. поэтому туда идут ребята которые боевитые которые угу. понимают что у них есть определенный ресурс и они могут с помощью этого ресурса заработать себе как-то Это шанс да Ну я могу чест... ну, ма... возьми в все, украине да. ага. это все э ну на равна, равноценной основе да. вот почему все тренируются все как не в себя потому что только ты пропустил неделю ты уже хуже кого-то угу. вот. и эта секунда она э, может сыграть это тоже у меня было в э, европейские соревнования какой-то турнир он не особо был там и значимый но э, вышел парень биться он э, очень сильно себя вызывающий вел прям очень сильно вызывающий вел там Конор э, Макгрегор на минимал да, да 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 такой да вот И оскорблял всех, в общем, и меня тоже, и тренера, ну я так посмотрел на него, думаю, ну ладно, ну в общем, бой продлился 26 секунд, да, его увезли в скорой, да, там, ну, человек просто не знал, что его так могут бить. Вот, Хотя очень именитый там как бы парень был, там серьезный, видно было по нему, да, и мне подошли и сказали, что так, ну в общем, не надо было оскорблять. Снова рубрика «Тупи запитания» от Никиты. Щоб сильно бити, треба бути здоровенним лобурякою чи ні? А, ні, щоб сильно бити, треба багато бити. Чим більше, тим краще. Добре. Розтяжка то обов'язкова складова для бійця. Uh, ну, не то чтобы обязательное, но надо тренироваться. Надо тянуться, надо растягиваться для эластичности мышц. Да. Прям сильно в шпагат не надо садиться, но ну, в принципе, потому что многие я знаю, подавляющее количество не нравится. Не нравится парням. Лежачего бьют. Где именно? Не знаю, бьют или нет? Бьют, конечно. Жан-Клод ван Дамм Брюсли? Брюсли. чему? Ну, тому що він як батя. Він ага. перший. Від нього да. все. Да, 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 да. Потому, а у тебе що... в дитинстві були кумири у кінематографі, наприклад, серед людей, які представляли єдиноборство? Це ага. Конечно, конечно. Круто. А, серйозні тепер питання. Тебе легко вивести з себе, наприклад, ну, десь на вулиці людина йде, м -м, поруч, ти йдеш з дівчиною, наприклад. И они, там двое хлопцев проходят рядом с тебя, и ну, штухают у плече. Ну, ситуация, с которой, мабуть, хоть раз в жизни все изуштукнулись. Твоя реакция, что ты будешь делать? Ну, если меня толкнут, то так, еще буду смотреть, mm -hmm. потому что, вряд ли, потому что если с, ну, с девушкой, то ну, лучше нет. Главное, чтобы ее не толкнули. Ага. Да. Вот это будет тогда сразу, вопрос закрытый для этих ребят. Ты себя контролируешь? Да. Всегда? Были ситуации, когда ты понял, что все, контроль, да. а то закінчилось. Что да. за ситуация? Расскажи. Последний раз в 19 лет такая, не то чтобы, ну очень была активная ситуация и очень такая э, ну, страховая, вот. потому что э, ни с того ни с сего, опять же, кривой рог. Ну вот да, центр Малайки города. Маленький Чикаго. <свист> да, 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 да. Да. И просто вот там, там так бывает на центральной улице могут к тебе вот просто взять и пристать просто с ничего. Вот не понравился ты. Вот. Я долго не думал просто да там потасовка произошла и одному из парней очень сильно прилетело от меня. <свист> вот. Причем это ну, просто за тоже секунда. После качи. того, да, да. После этого я понял, что, ну, хорошо, что все-таки в спорте ты умеешь еще и быстро откачивать. Вот. А после то есть этого... ты еще его и да, выликовал. Да, 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 да. Ну, выликовал, да. Это громко, но привел в чувство, да, потому что совсем все плохо было. Надо було швидко діяти. Після того, да сказав ні, ребята. все, хватять це пов'язано зараз. Ну, ти кажеш, що тобі було 19, Не. зараз же зовсім інший вік. Це з віком пов'язане, що ти став дорослішим, мудрішим. Чи це вже твій спортивний шлях? Також говорить тобі, що в тебе є навички, якими ти можеш скористатись, і людина може потім задрімати назавжди? Э, ну, тут, наверное, все вместе, потому что, э, в принципе, хватало и в зале, и на соревнованиях э, боев, и ты, в принципе, на улице ну, не обращаешь на это все внимание. Ну, понятно, опять же, какая-то ситуация, э, если сложится, то уже там надо действовать быстро. Вот. Да и все, в принципе, потому что я не очень понимаю людей, которые не занимаются, выступают, еще и на улице показывают себя, причем с людьми, которые, ну, в принципе, вообще... У них их нуль. Да, Навычок. Тут, тут это не круто. Слухай, я бачу в залі, ти займав, займались там і дівчата з вами. Дівчата, які займаються єдиноборствами, вони скажені. І навіщо вони, навіщо вони займаються? Ой, нравиться їм просто. Просто нравиться. Але це має бути. У них огонь бути Вот. От коли він є. ты там говоришь, там, ну ты девочка, там, может быть, как-то аккуратно. Нет, хочет биться и все. Хочет, пожалуйста. Кайфуют ведь да. Всього. Ты особисто, ну так, на лайтах с э, спарринговал с девчатами? Да, конечно, много раз надо было готовить девчонок к соревнованиям, да, аккуратно, спокойно. Ну, э, бывало, что я спокойно, а они нет. Ну, это же такое. Заводятся? Ну, конечно, да. Молодцы. <laughs> Какие якости? Раз мы уже заговорили про жінок, ты ценуешь у девчатах спортсменах? Ну, прежде всего, чтобы были честными к самой себе, чтобы ответственны были, потому что если мы прям, если мы про спортсмена так, говорим, про спортсмена. потому что ничем они не отличаются уже в этом плане от парней, потому что если ты не работаешь, то у тебя ничего не будет. Вот, следили за собой прежде всего, вот не просто там как-то забивали на какие-то тренировки или это, это нравится это не нравится такого не может быть вот. то есть ответственность это самое первое вот. и некая такая решительность должна быть вот. потому что э, конкретно к, у соревнований к соревнованиям страх все равно у спортсмена есть и он с годами все равно просто ты его чувствуешь, но ты уже потом идешь все равно вперед вот. у девочек бывает, что нужно их поддерживать если вот не хватает где-то в характере. Вот, нужно их поддерживать немножко больше, как-то подсказывать что-то, как-то прям до, до самого вот вы, выхода с ними говорить. Вот. Есть такие, что прям ну, вообще как, как скала пошла, все отработала и все хорошо. Ты же неодноразово так на соревнованиях был, как тренер, секундант, да. твои подопечные выходили биться. Как ты считаешь, они вообще тебя слышат, что ты им там кричишь? Да. Серьезно? Да, но я всегда с определенного возраста, когда уже ребята подрастают, уже лет там с 14, я приучаю их, чтобы они работали сами. Вот. Что сзади нет никого. Все. Я только в определенный момент могу что-нибудь там подкрикнуть, если вдруг там устал или не mm -hmm. видит. Вот. И это очень хорошо работает. Потому что иногда кричат тренера так сильно, что это прям мешает. Хочется выйти и с тренером уже подраться. Но если ты бьешься... О, ти, розум... ну, ти говориш про те, що голова забивається з тією інформацією, да, якою да. кричать з-за спини. І людина повинна сама аналізувати, що відбувається. 100%, да. Да. І этот голос, коли от я, наприклад, свого тренера слышал завжди. Один голос, так. Я їх не кажеться, що навіть якщо работать рядом буде, я все одно услышу. Слухай. Клас. Діти. У тебе є діти? Ні, поки. Когда они появятся вид спорту, спорта, они также пойдут у єдиноборство или нет? Неважливо там, хлопчик или дівчинка. Буду смотреть, скорее всего, да, но буду смотреть по, по профессиональной ветке. Если захотят заниматься, пожалуйста, вообще не вопрос. Если захочуть просто ходить, хорошо, тоже нормально. Но главное, чтобы спортом занимались. Единоборство, э, что они виховують в людине? Я не кажу про какую-то физическую складовую. Что вырабатывает единоборство? Дисциплину. Потому что без дисциплины ты ничего не добиваешься. Абсолютно ничего. Ты что-то там сделал, но если ты, у тебя нет четкой схемы, четкой работы, у тебя это сразу же уходит. Вот. Дисциплина ⁇ это самое главное. Выдержка и какая-то честность к себе. Потому что ты четко определяешь всегда план, что тебе нужно сделать, как это сделать, к чему прийти, и вот это планирование, вот эта вот какая-то четкость, она, конечно, потом помогает со временем. И самое главное это упорство, потому что э, многим людям просто этого не хватает. Но когда человек на тренировках он что-то преодолевает, он потом и в жизни немножко, ну, крепче становится. Mm -hmm. Вот, поэтому спорт, вот и конкретно единоборство, потому что э, я, может быть, сейчас сравню немножко, но Э, ни в коем случае там ничего плохого просто э, футбол играют в рукопашный бой ты не поиграешь uh -huh. вот там уже бьют вот uh -huh. поэтому у меня много друзей футболистов но, <laughs> да просто как есть вот поэтому там немножко риски совсем другие вот но вот это упорство оно дает и в жизни потом это упорство добива добиваться чего-либо неважно учеба работа там бизнес Потому что я знаю много ребят, которых, которые у меня тренируются, которые просто там какие-то старшие товарищи, можем так их называть. Ну, вот они все бывшие там спортсмены, какие-то боксеры, самбисты, те же рукопашники, ну в общем, которые чего-то добились. Ты бы выникала такая думка, что я уже с этими тренированиями? Ну тут зависит от того, что ты хочешь. Чтобы именно надоело нет никогда. У меня сейчас такой период, что я просто не тренируюсь, как я раньше тренировался. Вот это так, это больше такая гимнастика, наверное. Mm -hmm. Потому что раньше это было совсем плотно, сейчас это так, очень, очень по-простому. Ты больше знаний отдаешь теперь. Да, ага. да. А, какие а, якости ты ценуешь а, у человека? Mm -hmm. О, друзьях, ну, а саме у друзьях, но самый у человеках? Честность. А, Смелость, мужество, решительность, наверное, самые-самые главные. Угу. Желание побиться с кем у чоловіків это какая-то патология це это норма для мужчин? Это норма, скорее всего, это просто в генах. Угу. Всю жизнь воевали, все, все годы, все века воевали, и все равно оно будет. Неважливо, даже, як це навіть не фізичний може бути бой, а бой, його можна интерпретировать ко Тебе Тобі где десь виступити, тебе нужно щось зробити, чогось добитися. От. Все одно постоянно движення. Спарингуючи, ти отримуєш задоволення, чи це десь вже якась лють в тобі, що відбувається, коли ти спарингуєш з людиною. Ну так, давай про фулл контакт. Який uh, тривает не 26 секунд, например. <laughs> а так, что, вот, нет, что нет. ты чувствуешь? Это работа. Это работа, и ты э, уже чувствуешь какой-то подъем, потому что ты, ты хочешь двигаться быстро, ты двигаешься. Ты хочешь попадать больше, ты это делаешь. Э, вот. И какая-то э, ярость нет, это сразу ошибка. Потому что сразу, сразу надают. Только закрылись глаза от, от ярости, все. Сразу ошибки, 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 все. И уже едешь домой с разбитой головой. Вот. Поэтому, конечно, должен быть внутри, должен быть в спокойствии. Да, может быть, такое есть понятие как спортивная злость: когда тебе немножко нужно поднажать. Где-то ты бил быстро, а надо еще быстрее. Да, это совсем другое. Когда люди злятся, их видно, они сразу ошибаются, и на эти ошибки сразу идет ответ. Що ж друзі, це був Вадим Сотніков, все розклав по поличкам, як і його удари, які прилітають в бороду людям. А потім вони сплять. Це був Нікіта Двіченко на спортику. Дивіться нас на відкритому. Підписуйтесь, ставте лайк, дизлайк. Нам все подобається.